земля. Природа удивительно разнообразна и гармонична. Изобилие – это естественно. В человеческом обществе многое по-другому. Большинство живет в состоянии тихого отчаяния, испытывая нехватку денег и времени. Люди сами сужают свой мир до однообразных привычных маршрутов. Дом, работа, путь от работы домой. Одни и те же эмоции, одни и те же ситуации. Вместе с тем, в жизни немало людей, у которых достаточно денег, но им постоянно не хватает времени для отдыха, для общения с семьей, друзьями. Вряд ли этих людей можно назвать счастливыми, независимо от толщины их кошелька. Есть и другие люди, в жизни которых в полной мере присутствуют и деньги, и свободное время. У каждого человека на Земле в сутках 24 часа. И у миллионера, и у нищего. Разница в том, как мы используем это дарованное всем поровну благо – время. Как же перевести время в деньги? Как привлечь в свою жизнь денежные ручейки и наполнить ее изобилием? Доступно ли это всем или только избранным? На самом деле, это под силу любому. Законы, по которым живет природа, действуют и в человеческом обществе. Просто не все люди живут в согласии с ними. Энергия денег тоже подчиняется законам, и они просты. Ручей стремится к морю и, несмотря на преграды, достигает цели. И человек, ставя перед собой цель, достигает ее, преодолевая препятствия. В природе застоявшаяся вода превращается в болото. Так и люди, не постигая ничего нового, превращают в болото свою жизнь. Правда заключается в том, что в наше время стать финансово независимым человеком вы можете в любом возрасте и с любым образованием. Сегодня большинство миллионеров – это не потомки Рокфеллеров и Ротшильдов. Более 80% из них – это обыкновенные люди. У многих может возникнуть вопрос, зачем делиться знанием о том, как стать богатым и свободным? Посмотрите, сама природа дает ответ. В ней нет нищеты. Чем больше вы сеете, тем обильнее всходы. И это тоже непреложный закон. Взгляните на этих людей. Разве вам выгодно, чтобы они были бедными? Не станет ли мир лучше, если их лица будут светиться счастьем? Никому не выгодно, чтобы вы были бедны и несчастны. Задумайтесь, что случится с вами, если вас завтра уволят с работы? Или на лечение близкого вам человека придется потратить все сбережения? Каким будет будущее вашей семьи? Какой будет ваша старость? Каждый человек рожден для того, чтобы быть свободным и счастливым. Единственное препятствие – это неверие в себя –
и свои возможности. Жизнь – удивительный дар. Как вы ее проживете, зависит от вас. Вы можете ничего не менять в своей жизни, а можете за 1,5-2 года создать денежный поток и открыть для себя весь мир.